Здравствуйте, сегодня мы распакуем телескопическую вытяжку бренда Циарка Turbo 50 Brown. Коробка у нас небольшая. Плотный гофрокартон идет. Посмотрим, что у нас есть на этикетках. Так, видим, что логотип бренда Циарка, наименование кухонная вытяжка, модель Turbo 50 Brown коричневый. Электрохарактеристики 220-230 вольт, частота 50 Гц, вес 5 кг и 5 грамм без коробки, вес в коробке 5 кг 900 грамм, количество в упаковке 1 штука, освещение 2 лампы по 20 Вт, потребляемая мощность 130 Вт, число скоростей 3 и производительность 720 метров кубических в час. Производитель завод Циарка, сделано в Польской Республике, соответственно сборка у нас Европа идет. Также на дополнительной наклейке указано, кто является поставщиком стран таможенного союза. Обязательно, пожалуйста, прочитайте ссылку внимания. Здесь указана информация о безопасной эксплуатации вытяжки. Срок годности 7 лет, гарантийный срок 3 года с момента приобретения, срок службы 7 лет с момента приобретения. И также указаны адрес и номера сервисного центра. Полезная информация. Так, посмотрим, что у нас внутри коробки. Что мы видим, что нам попадается сразу? Инструкция по монтажу и эксплуатации вытяжки, саморезы для крепления. Также вытяжка переложена двумя уголками из плотного гофрокартона. Достанем саму вытяжку. Также снизу есть эти же уголки из гофрокартона. Так, вытяжка дополнительно запакована в полиэтилен. Мы видим вытяжка коричневого цвета, телескопическая. Видим две лампы галогены. Корпус вытяжки пластиковый. 120 диаметр. Два лепестка обратного клапана. Также шнур и вилка для подключения к электросети. Ну, более, про более подробные характеристики данной вытяжки мы расскажем вам в следующем видео.